Андерсонская Герда все еще ищет Кая, но теперь на сцене Химкинского театра. Храм Мельпомены готовится к открытию нового сезона. Каждый день репетиции. Все должно пройти на ура. Знаменитая «Снежная королева» – одна из новинок театра. Инсценировку мы сделали сами. Ну вот, я думаю, что в итоге получится интересная история для детей, и для взрослых, которые придут посмотреть эту сказку. И надеюсь, что-то такое вспомнят из своего собственного детства, ну и вообще о чем-то хорошем и нужном подумают после этой сказки. Сама Агения пришла в театр, когда тот еще был студией. Это после. Он станет профессиональным, обзаведется собственным зданием. Начинала актриса, а теперь еще и режиссер. Все же желание творить, воплощать свои идеи на сцене победило. Мне хотелось понять, как это оттуда, вот отсюда, с другой стороны. Это, конечно, очень интересно. Это сложно, но если сравнивать актерскую профессию, режиссерскую, не знаю, что сложнее. Главную роль в постановке играет Анастасия Фефилова. Пришла в театр 3 года назад. Как признается актриса, вначале было немного боязно. Коллеги по цеху казались недосягаемыми, но теперь чувствует себя намного увереннее, стала своей. А о главной роли в «Снежной королеве» готова говорить долго. Герда уж больно близка. Тут важно сохранить, мне кажется, энергетический баланс, распределиться, чтобы не выложиться, например, в начале и все, а потом тоже никакой, а до конца как бы сохранить вот эту энергетику и от начала прийти к финалу, всю историю рассказать. Вот в этом, мне кажется, сложность этой роли. А так сама по себе роль очень, очень добрая, очень светлая, как я люблю. «Снежную королеву» театр готовит к новогодним праздникам, а до этого еще 3 премьеры. Новый 24-й сезон театр открывает 8 сентября. Начнется он со спектакля по пьесе Максима Горького «На дне». Стоит отметить, что это премьера и ставится впервые в Химках. Еще 2 новинки. «Человек из Подольска» и ревю-спектакль по Мандельштаму зритель также увидит в этом предюбилейном сезоне. Вместе с постановками театр также готовит и залы. Все делается только для того, чтобы гостям было удобно, причем даже для зрителей с ограничениями по здоровью. В этом году мы обновили театр перед сезоном и закупили замечательные вот такие вот поручни, которыми могут воспользоваться инвалиды и престарелые люди, которые посещают наш театр. Также мы установили в зале индукционную петлю, которая позволяет людям с аппаратами слуховыми подключаться и слушать наши спектакли более ярко. Более того, в зале создали места для инвалидов-колясочников, откуда прекрасно видна сцена. Не забыли здесь и о людях со слабым зрением, план эвакуации с шрифтом Брайля, желтые указатели. В общем, наш дом рад всем и ждет каждого уже 8 сентября. Главное не пропустить, прийти и насладиться игрой настоящих профи.